Всем привет! Всем здрасте! Мы сегодня едем в Таллин и попробуем снять для вас видео. Да, и фотки. Сейчас мы заправляем машину. Сейчас 9 часов. Это редкость, когда мы в такое время вылезли. Да. Вот так Анюта едет в машине. Ей не нравится сидеть, как все сидят в кресле, и она сидит так. Если я ее попробую посадить по-другому, она заорет. Заплачет. Да, и она вот едет так. Да. А еще она закрывает уши. Мы доехали до Таллина, и сейчас мы знаете где? Мы на парковке таллинского аэропорта. Зачем мы сюда приехали, я расскажу в следующем видео. Сейчас мы будем тут делать кое-какие дела. Ну, не на парковке, конечно, мы поднимемся в аэропорт. Исследования. Мы пообедали, мы с папой пообедали, а вот эти господа, они отказались есть. То, что мы им предложили, да, рис она поела, просто голый рис. Эта госпожа тоже отказалась есть рис. Но она выбрала себе потом батончик. И сейчас 2:30, мы выезжаем в зоопарк. Нюше очень вкусно. Нюша, тебе вкусно? Анюта? Вкусно! Вкусно! Мы добрались. Ариша взяла себе ослика, Нюша взяла себе ослика, и мы отправляемся. Погнали! Мишка, как всегда, спит. Вот он там валяется. Сейчас очень тепло, и он в тенечке спит. Господа отдыхающие. Слышь, это что, Турция? Слышь, мертвый член. Отдыхают. Анапа, видишь, у них Анапа здесь. Издалека показываю шимпанзе. Анюта не видит. Там его подзывала. Может, нет, это не гепард, это леопард. Леопард. Блин, грязное стекло. Папа, перестань сейчас же. О боже. Дима, ты псих. Перестань это делать. Так дразнили, да. Кошку большую дразнили, да, Анюта? Ариша у нас подкрепляется. Лакшери отдых у нее сегодня. Она едет на тележке и жует. Вообще-то я подкрепляюсь в поездке. Анюта тоже подкрепляется. Он в тенечек встает, наверное. Тенечек. Его лишь бы тенечек. А попозировать нельзя? Нельзя. Эй, ты, носорог! Вот идет. Хотели, вот идет. Носорог. Рок, рок. Идет. Рок, носорог.
Анюта не понимает, для чего эти заборы. Зачем эти глупые палки здесь? Пустите меня к ламам. Мы нашли снежного барса, которого в прошлом году мы здесь, ну... Не видели. Не видели, да. Вот он там лежит. Видите, под елкой. Может, это не елка, под деревом, да, вот. Найди кота. Папа нашел кота. Мы уже собирались уходить. Папа такой, вот он, вот он. Косичка. Вот он. Снежный барс. Он, конечно же, в тенечке там отдыхает. Да. Папа стучит ему. Папа думает, с ним как с леопардом прокатит. В следующем году нам собираются открыть дом тигра. Вот это вот здание. Сейчас оно в процессе стройки. Мы ждем. Там будет кафе, где можно посмотреть на тигров. Как-то некрасиво очень. Она не двигается. Птицу сфоткала. Она живая, но она не двигается. Ой, вот поворачивается. Кукабара. Сфоткал? Красота. Хочу снять какое тут уютное местечко. Приезжайте. Можно сидеть и любоваться кукабарой. Да. Ариша все что-то жует. Ты с ними пообщаешься, как обычно, там ля-ля-ля, чу-чу-чу. Тут дальний, посмотри, какой мордатый. Дикобраз. Бабабраз. Дима умеет говорить и на его языке. Он такой смешной, он так смешно прошел. А у него ядовитые иголки. Ты мне немножко его закрыл своей шапкой. Ой-ой-ой, смотри, он двигается. Диме не имется. Я хочу иголку достать. Я сегодня гуляю с тремя детьми в зоопарке. Дима хочет иголку. Они смотрят в зеркало и думают, что их много. Звуки, которые вы слышали, издает Дима, а не фламинго. Ему очень нравится в зоопарке, он получает удовольствие. Только мне приходится периодически его вытаскивать откуда-то, куда он залезает. Вот смотрите, сейчас он уже будет там, у фламинго. Там у них стоит зеркальце, чтобы они думали, наверное, что их много. О боже мой. Пока Нюша спит. Папа купил нам мороженое. Сейчас уже мы будем возвращаться обратно. И прощаться с вами. Пока-пока. Заткнитесь.